Хорошая новость для всех театралов. Стоимость билетов в новом сезоне останется на прежнем уровне. Просмотр премьеры обойдется от 250 до 500 рублей. Кроме этого, Ивановский мусттеатр реализует проект «Абонемент», который сделает искусство еще доступнее. Это будет единый именной билет для наших зрителей стоимостью 500 рублей. Это месячный абонемент. И в течение месяца зритель может посетить любой спектакль. Речь идет или о детском спектакле, или о взрослом спектакле. Для нас очень важно. И самое главное, что стоимость, если 500 рублей – это стоимость для взрослого посетителя, тогда для детей стоимость составляет для школьников 200 рублей, а для студентов 300 рублей. Вот. А для пенсионеров также 200 рублей. Театр «Кукол» открыл свои двери для детей и их родителей еще 3 сентября. В новом сезоне зрителей ждет много интересного. На 29 и 30 октября, например, запланированы гастроли польского театра анимации и встречи с его директором Мареком Вашкелем, историком театра «Кукол». Будет проведен Мареком Вашкелем мастер-класс, на который я вас тоже очень приглашаю, потому что таких энциклопедических знаний человека я, пожалуй, больше и не знаю в нашем мировом сообществе, который говорит на многих языках мира, свободно общается, который знает о творчестве театров кукол мира очень много, гораздо больше нашего, и это весьма интересная и важная встреча будет. Очередной сезон в Ивановской драме стартует под руководством нового художественного руководителя. Алексея Ларичева на этой должности сменила Ирина Зубжицкая. 30 сентября ивановцы увидят премьеру спектакль «Блэс» в постановке заслуженной артистки России Людмилы Исаковой, а 4 ноября – концерт-спектакль «День города» Ирины Зубжицкой. Весь сезон коллектив будет работать над новым проектом «Малая сцена в театре». Конечно же, в первую очередь, это спектакли малой формы, но еще мы говорим о таких проектах, как читка пьес и школьные уроки для школьников по школьной программе и внеклассному чтению. Свой 120-й юбилейный сезон Кинешемский драматический театр откроет по традиции спектаклем по пьесе Островского, но это будет необычная постановка. У нас уже в репертуаре театра 4 пьесы Александра Николаевича Островского. И поэтому мы не пошли по тому пути, что на открытии готовим новый спектакль. Мы просто взяли ту пьесу «Последняя жертва», которая уже идет на сцене нашего театра, но пригласили поучаствовать в нашем спектакле Бориса Владимировича Клюева, народного артиста России, артиста Малого театра. Он любезно согласился, и поэтому 10 октября у нас состоится премьера. Кроме того, кинешемцев ждут две громких премьеры – «Снегурочка» Островского и «Ромео и Джульетта» Шекспира. А в Ивановском музыкальном театре сезон откроется 6 октября большим концертом, который организаторы назвали «Солнечный удар». Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.